Так, перезапустил я компик, перезапустил стримчик, сейчас должно не лагать. Очень сильно на это надеюсь, поэтому нифига, сегодня я не хочу так рано заканчивать, поэтому пусть будет разбит стрим на две части. Но сегодня мы покупаем. Ух, как красиво-то появляется. Так, мне надо... фрейтовых контейнеров завести, у меня кончились они просто. Они у меня уже куплены, сейчас я их привезу. Ой, как хорошо, чайку-то горяченького. Полетели, короче, мы за контейнерами. И еще табличка, у меня табличок заканчивается, тоже сейчас завезем. Ну, это тоже нужно делать. К сожалению, без этого никак. Краски нейтралы улетели. Хорошо. Включаю варп-двигатель. Короче, я понял, когда запускаешь кучу-кучу окон, комп может словить такой глюк. Точнее, даже не комп, а сама ОБС-ка. Ей, по-видимому, не хватает или оперативы, или чего, хотя у меня много. Ну, короче, у нее какой-то перегруз происходит, и она начинает тупить. Вот, и начинает все виснуть, хотя в целом-то комп все вытягивает нормально. Вот, и ее перезагружаешь, и как бы и все нормализуется. Ну, это плохо только за счет того, что... Это плохо за счет того, что на Ютубе стрим режется. Для Твича-то, в принципе, вообще разницы нет. Главное, чтобы все запустилось. Ну, полетим, в общем, сейчас. Расходочку для майнинга соберем. Ну так, не быстрее будет? Может, и быстрее, да? Разрешение получено.
Так, где наши контейнеры? У нас тут прям тут дофига. Так, и нам топляка бы чуть-чуть. Залезет сюда? Лезет 15, да? Ладно, топляк, если что, есть. Давайте 15 тогда все заберем. Получается, у меня в рорку летит 3. Это, по сути, 5 полных вылетов, да? Ладно, сейчас еще. Ты снова здесь, супер. Да, что-то все зависло, пришлось перезапускать стрим, да. Я еще на сегодня не закончил, да, еще посидим, поиграем. Включаю варп-двигатель. Сейчас расходочку для майнинга заберем. Наверное, пару ходок сделаю. Потому что контейнеры нужны. Без них я уже не смогу копать, потому что прям, ну, совсем печально без них. А ты уже вступил, да, в Карпукном? Или ты, ну, этот, какой-то другой Копейгунов? Хорошо. Блин, Кондор. Он сейчас меня затаклит. Стопудово. Может, и нет. Включаю варп-двигатель. Ну, пока вроде проходим. Отлично. Кого питьете? Коветеры или прокуреры? Коветеры, конечно, коветеры. Прокуреры там совсем там не очень будет с них. Прокуреры, о, этот, коветеры и фить. Потом потихонечку на халки их пересадишь, все. Включаю варп-двигатель. У меня скифы. Слушай, ну скифы там совсем же они не очень по добыче. Включаю варп-двигатель. Получено.
Валер, ну я как бы на Халках даже не беспокоюсь о неписи. Руарко успевает очень оперативно все сделать. Даже при, в случае там, ну, таких крупных респов. Так, 15. Давайте еще одну ходочку сделаю. Я хочу еще одну ходочку. Включаю варп-двигатель. Сейчас, наверное, будет так, мы пока летаем, я рапиркой поставлю. Поставлю буку сейчас на рапирке. Пока мы туда-сюда летаем. Включаю варп-двигатель. Ты сегодня еще копать будешь? Сейчас посмотрим. Сейчас еще, видишь, деплой пошел у гунов на север. Я переживаю, что сейчас под эту тему будут тут много джекичанов. Соответственно, все ФК заняты этим. Все ФК заняты перелетом. И, наверное, не будет дефовского флота, поэтому... Посмотрим сейчас, в общем. Разведаю обстановку. Что там со льдом? Подготовил для тестовой копки? Блин, пока нет. Мы же на прошлом стриме посмотрели, что имеет смысл копать только, опять же, оровскими стрипами под лед. А у них ценник. Мне надо 6 лярдов, чтобы все лопаты зафитить в них. Вот, но как я уже говорил, что сейчас у меня первая цель — лопаты проплатить, и вся копка у меня туда уходит. Сейчас решу вопрос с оплатой лопат и пробовать копать лед. Так, а конкуренция у вас в системе на копку много, или у вас не одна система? У нас много систем. Конкуренции как бы нет. Ну вот смотри, есть Дельф. Регион Дельф. Это клайм регион гунов. Это клайм регион гунов. И абсолютно вот... Карту я покажу, да? Вот карта. Видишь, да? Куча систем. Ты можешь копать абсолютно в любой системе. Потому что, когда работает Beehive, Beehive достает до любой системы. И, собственно, спокойненько копаешь и не паришься. Выкопал одну, если вот прям под ноль и хочется дальше. Сейчас, секунду.
В общем, проблем с рудой, точнее, что копать вообще нету, потому что весь дел для тебя открыт, пожалуйста, копай сколько угодно. Не понял, а где? У нас же еще оставалось. Господи, вот они, не увидел. Димон Фил, привет, спасибо за подписочку на YouTube. Располагайся. Тут потихонечку. Юрий, мы опять едем на север, да? Но там не такой прям глобальный привет. Туда сейчас загоняют дредов. По-видимому, есть цели. Какие цели? Спиливать цитки. Включаю варп-двигатель. Туда сейчас везут дреды. Как основные ДДшники. Ну, соответственно, факсы и там остальные. Фрибрейн, да, все нормально, дружище. Я тоже когда-то только-только начинал там майнингом заниматься, поэтому вопросов много. Я очень рад их, на них тебе ответить. Подсказать. Ну, Бихайва, как, конечно, нету сегодня нам. Да, ну интересная, конечно, аналитика. Для меня сегодня было такое приятное открытие, что все-таки помимо Колоссала и Нормуса, абсолютно пригодны к копке это ларжовый и медовый гравики аномальки. Потому что ларжовый плюс медовый скапывается очень удобно. То есть расстановка камней хорошая. То есть прилетел, скопал ларж, тут же прилетел, скопал мид. Примерно то же самое по времени, что уходит на колоссал, и то же самое по деньгам. То есть 1 миллиард 280 миллионов это ларжовый плюс медовый аномальки. Поэтому без проблем в систему залетаем. То есть у нас полный набор, если это колоссал, нормус, ларж, мид. И это мы в совокупности, наверное, там получится... Так, получится... 2400 и плюс там теперь, ну, получится где-то 3,5 миллиарда. Система нормально. Так, у тебя нету фит на коветер для нулей? Это у меня только для хая. Если есть, можешь в игре скинуть. Сейчас посмотрим. Сейчас я так варпну. Включаю варп двигатель. Я коветеры собирал. Но тут видишь, тут как бы особо нету вот такого, что вот лопатка, допустим. Тут одну ригу на ЦП, две риги на шелду. Соответственно, стрипы и профильные резы ставишь. Профильные резы, ну, если у тебя позволяет лопатка нормальные ставить, ставишь ЕМ и термал. И, в принципе, этого достаточно. Так. Сейчас где-то тарочка моя, вот она. Юрий, почему на производство шипов нужно так много исокена? Его прям проблематично найти при переработке луты. И так мало кернита на билтах. Я живу в Прублайне, но тоже стою в гуняшках. Ну, это надо CCP. Скорее всего, знаешь, как исокена, я так понимаю, много в лоу. И когда они перебалансировали систему майнинга, да, когда они перерабатывали ее, я так понимаю, их основная была мысль это объединить наоборот, получено. Разделить регионы, то есть хайсек, лоусек, нули. Вот сейчас та руда, которая есть в нулях, ее нету, соответственно, в лоу и в хаях.
Та руда, которая есть в хаях, ее нету в лоу и в нулях. Вот, и по-видимому копают-то у нас где? В основном нули и копают в основном хаи. Поэтому с эстогеном вот такая штука приключилась, что нужно копать в лоу, чтобы его получить. Ну, я так предполагаю. Но это с одной стороны разнообразие какое-то вводит. Так, все, у нас 30 контейнеров. В принципе, нам этого хватает. Давайте я сейчас полечу. Переобуюсь. Хотя бы сейчас. Давайте почитаем. Здорово, Юрец. Давно на твои стримы не попадал. Как сам? Как энтузиаст на копку не пропадает? Линки не забываешь выключать? Сорян за капслог. Леха, дела все лучше и лучше. Спасибо большое от души. Рад, что ты интересуешься. Энтузиазм на копку не пропадает, наоборот. Я кайфую очень сильно от этого процесса, особенно когда получается, знаешь, часа два вот так вот покопать, когда тебя никто не трогает. Ну прям песня, сказка, медитация, круто. А насчет линков, проблема у меня она осталась. Забываю я выключать линки, представляешь? До сих пор. Что на рорке, что на орке, вылетаю постоянно с ним. Я даже сделал в баллах канала на Твиче там напоминалку, чтобы не могли эти линки напомнить выключить. Но стараюсь, в общем, как-то себе скилл этот прокачать, чтобы все-таки линки вырубались. Как еще можно больше получить изогена? Ну как, завозить сжиты, договариваться с майнерами по месту. Даже не с майнерами, а с этими, кто зеленки крутит. Ну, чтобы у них прям вот весь лут собирать. Ну, а как еще по-другому? Ну, только так. Либо где-то ВХ копать, либо конвойщики фармить. Но там не факт, что у тебя там, я не знаю, из 10 конвоев хоть один с эсогеном попадется. Завозить жито как-то, я говорю, ну, там по месту, я же не знаю, допустим, здесь я примерно предполагаю, как в больших объемах его получить в Гунспейсе, да, рядом с столицей. Можно даже просто какой-нибудь вкусный байордер поставить, пусть даже по жито-селу. И тут сами люди, может быть, у кого джемфуры есть, они тебе навозят его в твоих объемах. Ну, только так. Давай, фрибрейн, фить, хорошо. А, так, а в головах лопат 10-е пы на копку стоят? Нет, дорого, не стоят. Стоят, получается, подожди, 10-е. Короче, у меня сейчас стоят MX-ы, вот эти импы. По одному импу получается. Так же, как и с титаном. А, тогда ясно, почему изоген стоит чуть ли не по цене меркоцита. Ну вот да, потому что один из самых сейчас тоже востребованных в больших количествах минералов. Так. Цинка у меня готова. Всякий случай все и вывожу. К сожалению, руду в хаях приходится покупать. Ну, тот объем, который не достает, ну так устроена Ева, к сожалению. Или к счастью. Но тем самым чуть-чуть они оживили, получается, майнинг в осеках. То есть тот же самый объем тританиума, ну, если строить капиталы, ну, там по-любому приходится завозить оттуда. С хаев. Тут как ни крути, то ну, по-другому не получится. Что такое пинги постоянно? Ну, Beehive статус Red, понятно, мы сейчас без защиты. Так, а что у нас там происходит вообще? Отвечу. Стоп, потом что, damage control? А, нет, стоп, у меня тут не damage control, у меня тут ёжик стоял вроде. Ой-ой-ой, Кенжи, спасибо большое за 40 чиров. Спасибо, дорогой, спасибо. От души. Спасибо за поддержку.
Так, у нас там стримит. А когда уснешь, то будет обновлять счетчик стрима. Ну я засеку, наливайка, во сколько я уснул, и все. Я приплюсую, ну ты понял. Так, стабилизатор у меня тут вроде стоял, и от варп был, да, вот так вот у меня было. Т2 же, Т2. Mm-hmm. Угу. Два ночи копать уже что-то неохота. Давайте попробуем комбочек повыбивать. Так, сейчас. Лексию закинем. У нас получается 2 идет в корп-ангар. И один идет вот сюда. Так, все, один здесь лежит. 2 в корп-ангаре. Вот самое непонятное для меня, смотрите, какая вещь. А, ну понятно, здесь топлячок можно сейчас закинуть. О, слушай, ну так это топляка-то в принципе нам хватает. Давай мы, наверное, тогда побольше закинем этих контов. Может быть, даже тогда 5 будем закидывать. Так вот. 4. 4 вот сюда. Вот, и тогда топляка еще догрузим сюда. Все, четенько. Так, четенько. Можем тогда, получается, 5 гравиков мы, да, проходить. Нам, в принципе, даже не 5 надо, нам 4 на систему, 4, получается, контейнера, потому что скапываем колоссал, энормус, ларджовый, медовый, вот 4 штучки. Ладно, тогда до завтра, надеюсь, хорошо покопаю. Доброй ночи. Доброй ночи, доброй ночи. Да, давай до завтра, завтра можно будет даже вне стрима пробовать покопать вместе под моими бонусами. Думаю, хорошо проведем время. Текс. Полетели тогда, сядем на Праксис. Праксис у нас на кипчике. Включаю варп-двигатель. Все, хорошо, да, можешь в ДС-ку скинуть личку, либо письмом на чара на моего Юрия Прудников. А там завтра как соберусь, я флот подниму. Да и все. Так, Праксю. Сейчас пробежимся по билтам. Блин, и вот я как говорил, сейчас по Интелу куча сейчас залетных приходит. Ну, рорку выкатывать сейчас мы не будем точно. Сейчас это максимально небезопасно будет. Все ФК на деплое. Надо, кстати, будет посмотреть еще малую залежь. Посмотреть, сколько там. Но там, наверное, прям, ну, совсем мало. Хотя будет у нас же в скором времени стримчик, такой марафончик стримовый. Так, а как-то мне можно? Во, вот так.
Будет стрим-марафон, когда мы будем выкапывать системы в ноль. Вот там как раз таки проверим. Посчитаем, что, сколько, откуда. Выходной на рорке небезопасно. Да, согласен. Согласен абсолютно. Но сегодня нет. Можно это, в принципе, копать, если все нормально. Просто сегодня большая движуха у Альянса. Деплой там капиталов на север. Сейчас просто все ФК, они там. Соответственно, если меня тут сейчас зажопят на рорке, я даже пингану, никто не прилетит, потому что всем немножко не до ророк. Поэтому тут тоже такой момент, что у всех роководов должно быть тоже вот это вот понимание механик, да, то есть целесообразность выкатывать капитальный бонусник, да, в виде рорки. Когда, допустим, ее, ну, на нее никто не прилетит спасать, то есть зачем ее выгонять? Есть ли в этом вообще, ну, как бы, какой-то смысл? То есть уровень профита, ну, я даже сейчас, если выкопаю всю систему в ноль, ну, у меня будет где-то, может быть, ну, 4 лярда, да, там соберется. А рорка, извините меня, в фите в хорошем стоит под 15 лярдов, грубо говоря, да. Ну и вот и оно того не стоит. Когда вот был прошлый диплой, такой крупный, прям совсем крупный, я копал под парпойкой и вообще, как бы, ну, не сильно так и переживал-то. Ну да. Чуть неудобнее, да, бонусы поменьше. Но опять же, при учете 12 лопат вполне нормально. Вжималка работает, работает. Да, доход поменьше, но опять же, не настолько он там прям критично меньше. А слить парпойку, это там 300 лямов, ну, как бы без проблем. Когда ты за... ну хорошо, под парпойкой ты колоссал не за час выкопаешь. Пусть даже ты его выкопаешь за 2. Да, но ты вынесешь оттуда 1.5 лярда. И даже если ты там случайно эту парпойку слил, ты ее как бы без проблем окупаешь. Так, тут что-то пусто. Летели следующий. Включаю варп-двигатель. Блин, аж непривычно, в одно окошко я лопаты выгрузил, пока что-то стрим подвисал, но прям вообще капец, мега непривычно, да, ты одним окошком играешь, зато ничего не виснет, все так быстро, все так прям сразу летает. Включаю варп-двигатель. Можно, кстати, попробовать на големе покрутить что-нибудь типа какой-нибудь святыни кольцевой. Кстати, вот из зеленки все, вот то, что открутил, вот эти кольцевые святыни, самое вот то, что мне нравится. Ну, типа, ну, более-менее удобно. Что такое, бульты пустые? Как это понимать? Синсон. Включаю варп-двигатель. Так, это какой же по счету? Это четвертый был подряд пустой. О чем это говорит? О том, что как раз таки есть большая вероятность того, что систему разогнали. И может быть комочек. Если будет комвойчик, я буду очень-очень-очень радостный. Блин, еще ни разу, конечно, не напарывался на конвой с морфитом. Но ребята рассказывали, что там... не под 1.5 лярда можно собрать быстренько.
Ты смотри, пятая система подряд пустая. Я же ничего не путаю. Ничего не путаю. И кто-то гоняет бельты, и это очень хорошо. Потому что бельтики будут разогнанные. Включаю. Юра, что у тебя за комп? Небось, набор Баядина DDR5. 7 2.7X 3060 Ti видюха. 64 гига оперативки. Оперативка хорошая. Ну и плюс SSD-шник получается по системе. SSD-шник для игр. Ева на SSD-шнике стоит. Как бы, может быть, поэтому и получается. И стримить еще и параллельно 15 там окна запускать. А, сколько? Не 15, 13 получается. 12 лопат у меня и полностник. Но опять же, комп я докупал. Когда только начиналось, вот первые стримы мы посмотреть, там видно было, даже орка плюс 3 лопатки уже подлагивали так, прям знатно подлагивали. Вот, я когда уже решил, что все-таки буду прям, ну, точно стримить и надолго, поехал, купил себе компик. Че, прям сильно, да, глючит? А как глючит? Прерывается или что? Сегодня какой-то, по-видимому, веселый вечер, блин. Что-то какие-то технические неполадки. Хотя начиналось все прям-то хорошо. Ну, что-то сейчас было, что опять с сетью проблемы. Ну, сейчас должно вроде как нормализоваться. Чек-чек-чек. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка звука. Проверка звука. Да, на Барбоярина имел в виду. Ну да, купил я компик. Но, опять же, не сказать, что по современным меркам прям вау-вау-вау. Но хватает, хватает. Плюс у меня два монитора, как бы он все это вот переваривает. Я, по-моему, даже в телеграм-канал я фоточки скидывал. Такой корпус красивый, он там все так светится, там подсветочки такие. Прикольно. Для Евы, видишь, особо-то как бы и не нужен прям сильно мощный. Ну хотя вот такая сборка, говорю, 3060 Ti. Ryzen 7 Pro и 64 гига оперативы плюс SSD. Ну и Киберпанк нормально идет, и практически все вот игры сейчас современные, которые есть, все играбельно в 60 FPS, по крайней мере там, ну, где-то может быть с просадками до 40, но это тоже как бы не критично особо. Плюс, допустим, тот же самый, если Киберпанк запускать, я могу его стримить. И GTA 5 могу стримить, то есть, как бы, ну, хватает. Ой, никто не видел. Так, а что у меня получается? У меня осталось 3 бельта пролететь. Включаю варп-двигатель. Так, MG. Где MG? Ганг в MG. Ага, все понял. MGX. Капец, дропают. Тупички-то дропают. Димон Фил, Юрий, откуда ты родом? Я из Казахстана. Центральный Казахстан, город Караганда. Я Intel Дрочер, а так-то на вкус и цвет все фломастеры разные.
Да ты знаешь, я тоже, если честно, всегда был за Intel. И типа... До какого-то периода, думаю, ну да, надо брать только камни Intel там и так далее. А потом подвернулся просто вариант, а дай да попробую, вот, ну, хороший системник собрать. И что-то прочитал вроде как, и за меньшие деньги мы получаем на камне AMD практически ту же самую производительность, да? Решил попробовать. И знаешь, я, честно, не, вообще никак не разочаровался. Точнее, и особой разницы нет, но что и то работает. То есть, если хороший AMD камень, хороший Intel камень, работает вообще прекрасно. Нету там каких-то перегреваний и так далее. Но опять же, как объяснить? Если все хорошо работает, ты как бы ты разницы не ощущаешь. И там, и там. Единственное, что камень это AMD, он будет, ну, так приятно дешевле. А уровень производительности абсолютно тот же, что и на Intel. Вот, наверное, вот это такой критерий, который можно рассчитывать. То есть зачем, допустим, если ты можешь, ну, порядка там 10-15 тысяч рублей сэкономить, но получить по итогу то же самое по производительности. Ну, просто переплачивать за бренд. Смысл? Ну, это чисто как бы вот, ну, мое сугубо мнение такое. Я вот когда-то все вот это просчитывал для себя, понял, что все-таки больше тут вопрос эффективности, типа, ну. Плюс, допустим, AMD камни, они неплохо вот именно касательно с обработки. Вот, допустим, мне для стримов, как ты видишь, нужно захватывать вебку, да? А вебка, она обрабатывается не картой. Что это было? Вебка, она обрабатывается не картой вот при стриме, да, захвате, а процессором. И AMD-шка, она как бы по тестам там, по синтетике, она более лучше, короче, с этим справляется, чем Intel-овский. Согласен, тут можно вдаваться в подробности, но не будем. Всем пиз. Да, да, да. Ты правильно написал, на вкус и цвет все фломастеры разные, поэтому тут кому что нравится. Особо, говорю, если топовые камни, что AMD, что Intel, разница в цене, а работает и тот одинаково хорошо. Какие-то там вот эти, говорю, опять же, разница в синтетических тестах, ну типа, о, вот этот камень показал там, допустим, там чего-то там на миллисекунды лучше, да? Но в живой реальной жизни ты это не заметишь вообще никак. И поэтому все задачи он будет закрывать. Ну вот, допустим, с карточками, с видюхами, ну я вот чисто NVIDIA фанат. Какой-нибудь Radeon я бы не хотел. Ну не знаю, не мое. Во-первых, это дело привычки. Во-вторых, ну куча ПО, ты уже научился работать с этой карточкой. Знаешь, как ее настроить правильно и так далее. Притом, при всем, есть куча фанатов AMD-шных карточек, да? Видюх. В принципе, и те, я думаю, довольны. Так, что там мне не нравится? Включаю варп-двигатель. Где конвой? И тут пусто. Я тоже только по NVIDIA, но я майнер, тут другое дело.
Слушай, а что сейчас майнинг еще актуален? Ну, раньше я знаю, что фармили эфир, да? Сейчас он когда на пост перешел, я даже не знаю, там как-то что-то вообще розетку окупает, не окупает. Я тоже когда-то хотел майнингом заняться, даже уже подбирал фермочки, уже прям готов был купить, но так вот подрасчитал, да, примерно года полтора было назад. Подрасчитал я это все дело и не стал, короче, влазить туда. И я так понял, я не ошибся, потому что все-таки когда на пост эфир ушел, многие просто даже не окупились. У меня в конвое только перит и тританиум попадался. Слушай, ну у меня миксалон попадался. Тританиум перит это прям, ну, 100%. А, вот кто-то фармит на тенгу. Все, мы тогда не будем. Мы тогда не будем в этом же бильте это делать. Полетим на следующий. Я же говорю, кто-то разогнал. Он тут с трактором, вон там все дела. Вот у меня пару раз миксалон попадался. Причем у меня там на с конвоев, вот то, что вот нет-нет попадаются. Там уже на 1.5 миллиарда минералов и насобирал. В целом неплохо. Опа, а тут тоже, да? А, ну он трактора раскидывает, понятно. Он потом собирает лут. Ну, хорошо. Включаю варп-двигатель. Майнинг актуален всегда, бро. Ты уходишь в минус, если в плюсе только в моменте, когда продаешь. Я продавал биток по 50 тысяч, и это далеко не в пике. Сейчас он 26. Я майню и жду. А, ты асики? Все, ты майнишь асиками, понял. Ну вот опять же, вот вопрос к майнеру, который майнит биткоин асиками. Если ты окупился, то хорошо. Ну вот будет в 24 году халвинг битка, да? Доходность майнинга ровно в 2 раза порежется. Я так понимаю, когда 92% общей эмиссии уже замайнено, то есть давление майнеров на цену глобально вообще никакой не будет. То есть многие ждут, типа, после халвинга какой-то дикий рост, а на чем он будет вызван? Майнеры не смогут на цену давить, потому что весь объем биткоина, он торгуется между холдерами. Так. Будем надеяться все-таки, что конвойчик будет. И вот от этого тема с халвингом. Вот единственное, что я подозреваю, как будет какой-то разгон, как инфоповод этого всего. Ну, допустим, технически расти-то не на чем. Сам халвинг, он ни на что не повлияет никак. Это вот как недавно LTC тоже халвинг произошел, а цена, наоборот, упала. Опять же, почему? Потому что 90% уже намайнено и просто торгуется актив сугубо теми объемами, которыми есть у холдеров. Бро, доходность в битках будет меньше, соответственно, цена его вырастет. Спрос рождает предложение. Дефицит. Ну какой дефицит? Торгуется биток между холдерами. Я ж о чем и говорю. Уже 90% эмиссии выкопано. И то предложение сейчас, которое майнеры будут выкапывать, так скажем, майнить, да? Оно для рынка в целом вообще, ну ничего, пустяк. Или я ошибаюсь?
Блин, прочитал Blood Dark, думаю, о, Dark Blood. Я хочу конвой, дайте мне конвой, пожалуйста. Блин, Тенгу сейчас, наверное, на меня будет обижаться. Хотя билты общие. Чё, Так, нам сейчас надо через один будет прыгнуть, наверное, потому что он следующий полетел. Мы прыгнем через один. Да, сейчас этот, сейчас вот эти билты пролетим. И надо будет потом, наверное, название стрима поменять. Попробуем на големчике пару святынь пройти. Может быть, что-нибудь реснится. Может, десяточка упадет. Но на големе, блин, я говорю, единственное, я даже как бы побаиваюсь. Так, мы через одну прыгаем. Побаиваюсь немножко фармить, потому что когда дред резается, ты просто можешь от него отлететь прям за здрасте. И вот это вот проблема. Биток будет более коллекционной монетой. Забей на него. Крипты миллион, монет всяких. Я тупо майнер. Я не трейдер, я копаю, когда выгодно продаю, у меня все окей. Все-все, братан, все правильно ты говоришь. У меня тоже портфель из 7 альтов закуплен. Но я, правда, сейчас в просадке где-то 50%. Там вообще непонятная ситуация. Я покупал альту, когда биток был по 20 тысяч. Сейчас биток даже там по 26, по 28, а эта альта в просадке 50%. Но я тоже как бы понимал, что я в долгосрочную тему по этому поводу вхожу, поэтому вообще не парюсь. Глобально весь рынок на дне, когда будет следующий буллран, в принципе, можно будет неплохо подзаработать. Юрий, может, ты подскажешь, а можно ли как-нибудь с помощью костылей, разумеется, запустить второе окно? Второе окно одновременно без омеги статуса. Нет, так нельзя. Во-первых, это нарушение политики EULA, там, где вы, короче, нарушение правил игры. А во-вторых, каким образом ты запустишь? Нет. Ну, теоретически, если у тебя там два компьютера, ну только так. Но это опять же будет являться нарушением. Включаю варп-двигатель. А так, чтобы, допустим, две альфы на одном компьютере, нет, не подскажу, даже не знаю таких способов. Да и навряд ли получится это. Но видишь, мне кажется, а смысл вот так заморачиваться? Мне кажется, один раз ты оплатил более-менее, да? Даже, мне кажется, сейчас агентов четвертых делать в империи ты насобираешь на плекс без проблем. Включаю варп-двигатель.
Я думал с другого ноута запустить. Скажем так, ты можешь это сделать. У тебя запустится все альфа на ноуте отдельном и так далее. Но насколько я знаю, это нарушение правил Евы. Поэтому просто имей это в виду. А как бы решение сам примешь. Так, что-то мы пролетели, опять ничего нету. Поэтому давайте-ка попробуем сейчас еще пару святынек крутанем. Включаю варп-двигатель. Разрешение получено. Так, сейчас на горемчик пересядем. Полетим на святыню. Так, а святыня это санктумы вот эти, да? А определить, какая из них этот, ладно. Включаю варп-двигатель. Блин, а где трактор? Трактора нет. Ну ладно, попробуем что-нибудь выбить это просто. Хотя там со святыни где-то лямов 15 лута. То ли я в прошлый раз трактор забыл, то ли что, не пойму. О, как раз таки кольцевая. Ништяк, то что я люблю. Так, вот чем. Лочим. Тут на големе тоже есть своя такая тактика. Три ракетки на БШ. Так, у нас заряжено что? Два. Ой-ой. Сидж, вставай. Ты что? Так, у меня заряжены... Фурики или не фурики? А, стоп. У меня не те ракеты заряжены. Я и думаю, что-то... У тебя есть игровой канал в Евке для подписчиков? По типу как у Коляна, злого Херона? Да, есть. UP Inc. называется. Сейчас, я покажу. Так, стоп. Ингейм каналчик можешь сюда подсоединиться.
Так, три ракетки. Раз. Два. Три. И сразу пошли переключаться на второго. Раз. Два. Три. Включаемся на следующего. Раз. Два. Три. Ну вот так вот на мародерчике фармится. Раз. Визард, привет, Юра. Что за Джанис? Где ты цены смотришь? Сейчас скину ссылочку. Смотри, есть такой сайтик. И он, вот он. Так, а ты откуда писал? Ты писал с Ютуба. Вот я сейчас в Ютубчик ссылочку кидаю вам. Заходишь, получается, просто копипастишь то, что у тебя есть в карго. Ctrl-C делаешь. И туда вставляешь. И смотришь по цене джиты, чё почём ты, короче, можешь это продать. Также ты можешь посмотреть после репроцесса, если это минералы, допустим. Удобная штука, потому что в нулях... ну, некорректно отображается итоговая стоимость всего. Так, а вот на эти, по-моему, по-моему, по два. Раз. Два. Да, по два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. В нулях, спасибо огромное, ты заметил стать майнером. Спасибо за такой отзыв. Если какие-то будут вопросы касательно там, ну, каких-то нюансов майнинге, можешь всегда в дискордике, даже когда я там не на стриме, написать. Я как время будет, всегда стараюсь отвечать развернуто по этому вопросу. Вообще майнинг, да, говорю, интересная штука, особенно многооконный майнинг. Конечно, соло майнинг, если ты просто там на одном халке там сам что-то летаешь, тоже имеет место быть, но в случае, что ты там в какой-то карпе состоишь, да, и там под роргой летаешь с кем-то. Так у нас тоже часто ребята делают. Но когда ты, допустим, полностью формируешь свой плот лопат, выкачиваешь топовую рорку, начинаешь жить в нулях, ну это реально интересно. Потому что это как я еще называю это кочевым майнингом. Потому что ты летаешь где-то там на Луну, где-то там в другую систему, где-то. И ты же пробрасываешь порталом свои лопаты все. Ну это, блин, это прикольно. И особенно сам процесс майнинга, вот он когда под хорошую музычку особенно, просто так расслабляет. Очень круто. Исчерпаны заряды модуля. Ну вот не знаю, да, вот зеленку. Вот вроде сейчас зеленочку вот там покрутить немножко, да, там. Ну что-то как-то не мое совсем. Ну да, какое-то может быть разнообразие, но что-то я не совсем это понимаю на самом деле. Так, а что я, зачем я шелду-то кручу постоянно? Так, это третий резв, да, у нас? Это третий резв. На пятый, да, по-моему? Может этот дред зарезаться. Раз. Два. Юрий, а луны ты копаешь, да? Да, конечно. Как без лун? Раз.
сегодня, блин, хотел на Луну. Там у нас Луна зарезалась с синим взрывом. Но сейчас, говорю, сейчас флота защиты нету. Это крайне небезопасно. Поэтому я отложил вот это завтра. В принципе, она никуда завтра не денется. Поэтому Луны копаю, конечно. Особенно, если, говорю, с учетом того, что все-таки я собираюсь заняться активно производством, то в любом случае лунные лунматы и лунная руда, она нужна обязательно. Плюс планетарочка будет. Просто все сразу не... все сразу не охватишь там в рамках одного там стрима и так далее. Поэтому будем потихонечку все эти аспекты Евы раскрывать. Потому что на самом деле помимо пиу-пиу там и вот такого ПВЕ контента в Еве очень большой пласт контента в плане вот производства, добычи и так далее. Да, они меня высосали, нифига. Но я пока 5 окон, не так давно начал играть. На парпойке плюс 4 ретривера. Копаю капитал на орку и буду на халков скоро садиться. Супер, отлично, это прям, ну, хороший старт у тебя даже. 4 лопаты и парпойка, это прям, ну, шикардос. Только единственное, я бы тебе рекомендовал пересесть с ретриверов на каветеры. Там по искачасу, ну, побольше будет, прям заметно. Так, четвертый респ. После него у нас будет, скорее всего, либо не будет, либо будет. Будем наблюдать. Вот. 4 каветера, да, тебе почаще нужно будет мониторить, так скажем, да. Карго перекидывать. Ну вот ты обрати внимание, как я копаю. 12 халков, и я, в принципе, успеваю всех менеджментить. То есть, как бы, руку набьешь, и все будет быстро получаться. Плюс вот эту вот фишку с контейнером используй. Очень удобно, когда ты просто тупо, ну, намного меньше делаешь вот этих телодвижений всяких. Ой, а чё я переключился куда-то вообще? Я не достаю до них, да, господи. Джавелины нужны. А я уже на автомате фигачу. А, жесть. Так, ладно, эти мы сейчас подобьем. Ну, здрасте. Ну, здрасте. Вот зачем ты меня затаклил? Где ты есть? Держать меня не надо, братец. Блин, я вот вспоминаю, как я начинал тоже. У меня main char, я прокачал просто хулу орки. И потом, ну, поставил там вот в очередь скиллов вот эти вот, как бы, бонусы только начали учиться. Там воткнул медальку постепенно. О, чё мне сожрали всех этих дронов? Воткнул медальку. Потом Т первый сидж. Вот эта сжималка. Ты как бы вот это вот все постепенно начинаешь изучать. И вот я тогда первых трех лопаток создал. Один для МСП. Все вкачал. И посадил на каветеры. И начал копать. Блин, так это было вот так приятно. Когда ты знаешь, когда ты первый раз вот всю жизнь играл, допустим, там с одним окном, но максимум второе, это просто в виде там альт-поддержки. Или как глазки. А тут ты уже каким-то таким своим флотом даже, да, вот даже вот 4 окна, грубо говоря, орка плюс там 3 ретривера, 3 каветера. Это уже интересно. А потом постепенно, вот я по плюс 3 лопатки добавлял, то есть было 3 лопаты, потом стало 6 лопат. Так, сейчас я на рейджи перейду.
потом было 9, и потом уже я в оптимум всего пришел, то есть 12 лопат. Но это вот прям для меня все, это вот как бы и потолок по менеджменту, больше, в принципе, уже будет неудобно там все мониторить и так далее. Ну вот, если будешь потихоньку-потихоньку вот так вот тоже постепенно к этому идти, скорее всего, тоже ты упрешься вот в этот потолок 12 лопаток, но... Это, в принципе, и по деньгам вполне себе достаточно, то есть... Ну вот смотри... Можно вот так вот за вечерок, там, 5-6 лярдов делать. Тебе, грубо говоря, ну дней 10 там в месяц ты окупаешь лопаты. Потом каждый твой вылет, он уже идет тебе в профит. Чуть ничего. Опа-на. Нет, хороший рез, слушай. Прям... Прям капитально. Но они все далеко, поэтому мы джавелины заряжаем. Фигачи. А ты как окна запускаешь? Я надеюсь, через IFO Preview программу? У тебя вот такие вот миниатюрки есть? Потому что если ты запускаешь без IFO Preview просто напрямую 5 окон, конечно, это у тебя комп просто с ума сойдет. А если через IFO Preview, ты просто... Если ты не запускал... то ты поймешь, что можно и куда больше окон запустить. Там весь смысл в чем ее? Она каждое окно как-то в отдельный процесс заносит, и у тебя ресурсы потребляет только активное окно, вот которое сейчас открыто. Визард, напиши, как ты запускаешь окна. Вот. Ну, заметьте, если запускать 5 окон без нее, то это прям очень сильно нагружает комп. Так, хотелось бы какого-нибудь Dark Blood'а или чего-нибудь фракционного. Все-таки. Но не дреда, блин. Нахер дреда. Так, надо вот этот такл с себя снять. Так, они, получается, они топят в меня, поэтому мы сейчас можем... Угу. А тут это вот дальний. Нет, все-таки далеко. Поэтому пусть пока еще дальнобойные будут. Блин, дронов, конечно, отжирает непись прям по-адски. Давай добьем уже. И вот так сделаем. Окей. Вообще, блин, я немножко понять не могу, как до сих пор люди еще майнят в этом. В империи. Там же вообще дохода нету как такового. Это просто по сравнению с нулями, это просто прям на несколько порядков. Если я тогда где-то подсчеты вел, что-то в районе на Вельцпаре, под оркой, уже такой, ну, нормально прокачанный, там что-то получалось, что-то в районе 6 миллионов в час всего. Ну, это прям вообще смешно. А если говорить вот про нули, про буцеруды, то получается в районе 110 миллионов с лопаты в час.
А теперь вспомним твои стримы. Да, я же говорю. Когда мне еще и суициднули, блин, я помню, так обидно было, капец. Ну, типа, я там долго копил на нее, что-то там фитил, вроде копаешь, особенно учитывая те доходы, которые в империи, да, есть, я говорю, там, смешные. Прилетают Джеки Чаны, лопают тебе орку, и ты думаешь, блин, ну что за несправедливость такая? Я говорю, тогда прям стрясняк такой был у меня. Ну а помните, да, все, Паган тогда эту орку подарил мне, как... Опаньки. Блядь, стич еще так долго, ё-моё. Ну, посмотрим. Нет, все, он вышел. Все, слава богу. Это был логин и логов. А я даже не знаю, мародера, наверное, вообще, да, легко слить. Так, сюда по два надо, раз. Радиус действия 37 километров, поэтому сейчас джавелины делаем. Встаем в разгон на кипчик. И вот этого дядьку мы сейчас фигачим вот так. Сейчас, по-моему, будет либо дорез вот этот мощный. Вот, мы поэтому пойдем на кипчик разгоняться. Так, все, мы разогнались, если что, мы отварпаем. Если мы в эту херню не врежемся, конечно. Так, и... И ничего, да? И ничего. Никто не прилетел, ничего не выпало. Ну, такое бывает. Ничего страшного. Включаю варп-двигатель. А Сич из самого такого значимого дает только сжималку? Нет. Сич усиливает бонусы. Ну, то есть, смотри, вот даже если под роркой, там ощущается по рейнджу стрипов. Вот, но опять же, смотри, если ты собираешься копать в нулях, то орку не стоит использовать вообще в CG. То есть там, да, ты используешь, ну, только, грубо говоря, разрешение как, получено. Как большой этот... грузовик. А если хочешь бонусы прям нормально, там сжималка и все как положено, в нулях парпойку хитишь, парпойку сейчас я даже покажу. Вот такой вот я себе фит собрал для нулей. То есть залетаешь куда-нибудь в колоссалы, нормус, там, не знаю, медовый, ларжовый. Включаешь сразу нон-стоп, он капстабильный получается, шилду.
И он, в принципе, вот эта парпойка танкует без проблем непись, вот, которая прилетает. Плюс у нее 250 ДПС. И, соответственно, вот смотри, у тебя 4 лопаты, как ты говоришь, да? Ты из 4 коветеров кидаешь в ассист. Ну, не в ассист, там, в принципе, 4 можно так будет мониторить. Короче, дронов с лопат и плюс 250 ДПС с дронов парпойки тебе вот так вот за глаза хватит, чтобы быстренько распилить непись без проблем. Вот, ну, считай, сидж есть, бонусы есть, сжималка есть. И ценник этому всему 354 ляма. Ну давай сейчас, чтобы вот точно посмотреть, вот потом по цене нулей наших. Ага, парпоек нет. А, подожди, здесь. А что такое? А почему? Ладно, что-то тупит. Ну, в среднем где-то, ну, 360 лямов вот эта парпоека стоит. Но, если брать, допустим, ту же самую орку, там не настолько прям сильно большие бонусы, чтобы терять, допустим, там 3 лярда там кряду. Или сколько сейчас орка стоит? Подожди, хул. Ну-ка. Хул орки сейчас стоит... ну да, плюс фит, ну 3,5 лярда у тебя будет, да, в минус. На орку ты сольешь прям 100%. Если ты ее вставишь в сидж, это прям 100%. Поэтому в нулях ее не используют. А используют парпойку, потому что разница в уровне... бонусов, которые дает, она минимальна. Ну, единственный минус еще у парпойки, который, допустим, при эксплуатации в глаза бросается, то, что она довольно-таки много живет топляка. Но, опять же, это все окупается уже, если имеет даже 2 плюс лопаты. То есть, у тебя в 4 лопаты, это, в принципе, не заметишь. Вот, поэтому, если в нулях, и нету пока рорки, и нету там товарища на рорке, да, вот, без проблем парпойку фитишь и копаешь только под парпойкой. Потому что орку ты сольешь в любом случае. И парпойку-то, в принципе, ты сольешь. Но у парпойки, опять же, у нее время жизни, время цикла сиджа намного меньше, чем у орки. И варп она уходит быстрее. Короче, вот для нулей, если нету рорки, то вот самый жизнеспособный вариант — это парпойка. И не нужно ее как-то там недооценивать. Очень хороший кораблик. Вот, допустим, когда нету там флота защиты, я предпочитаю вот его использовать. В принципе, можно было бы и сегодня еще покопать именно под ней, потому что сейчас все на деплое. Но у меня уже, к сожалению, 3 часа ночи, ребят. Потихонечку буду я закругляться. Вот. Давайте, наверное, на этой нотке будем потихоньку заканчивать. Всем спасибо, кто подписался, спасибо всем большое, тем, кто присутствовал, тем, кто поддерживал, тем, кто задает вопросы. Я очень рад всегда помогать новым майнерам, иметь общение с уже матерыми майнерами. Вот. Стримчик, скорее всего, уже будет у нас в понедельник. Ну, посмотрим, если прям вот в Дискорде напишите, что вот хотим стрим на Луну там или что. Постараюсь завтра еще время выделить. Ну а на сегодня все. Закончил. Всех обнял, приподнял до хруста. Пока-пока и до новых встреч. All will change.